Так, ребята, мы находимся в Тель-Азека. Древние раскопки очень богатых людей, которые жили в лесу на горах. Здесь много не только раскопок домов, но разные пещеры очень странного образования, видно, неприродного. Это все на горах, возле города Бен-Шемеш. Там тоже раскопочки, сейчас пойдем покажем вам. Очень странное ощущение здесь, вот на этой части земли. Такое впечатление, что это только я и сам Бог. Я бы здесь очень хотела жить. Серьезно.